Говоря о недовольстве, о том, какие последствия могут привести, прекрасный пример, да, это самое первое недовольство, да, в этом мире проявил кто? Иблис. Иблис, Аузубля. Именно по причине недовольства. Угу. По причине того, что он был недоволен, что Аллах повелел поклониться, да, Адаму. Недоволен тем, что Аллах вознес Адама, возвеличил Адама. Это же недовольство обрекло его на гнев Аллаха. И то же самое сам Адам, алейхиссалям. То есть тоже по причине недовольства. Он оставил вот эти райские плоды, наслаждения, да, чтобы вкусить запретные, запретного дерева. Вот. И это тоже послужило его причиной лишения, да, такого блага, как рай. Вот, и все остальные, то есть мы, то есть те потомки Адама стали ослушиваться Аллаха, причиной этих ослушаний стало как раз-таки отсутствие терпения и довольства. Надо помнить всегда об этом, что именно не нужно следовать по стопам Иблиса, да, проявляя, да, вот это возмущение предопределению Аллаха. Вот, и довольный человек, он предпочитает не тому, что его душа выбрала, а предпочитает своей душе выбор Аллаха для него. И он руководствуется этим выбором. Поскольку он хорошо знает себя, насколько он слаб, и очень хорошо знает своего Господа, что Аллах для него какое-то плохое не выберет.